Москве 17 часов. Группа Любе передает привет учёному из деревни Анисовка старшему лейтенанту Кравцову, желает успехов в его нелегком труде и исполняет его любимую песню. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская, а сердце опять горячо-горячо, и опять, и опять без ответа. Листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Что, Аниски, пошел? Пошел, только не Аниски, не Кравцов. Уж извините, Николай, пацаны взяли поиграть. У нас тут в каждом дворе свой разный. Давайте поедем чего-нибудь. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последняя, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, и как я. Держи, Кравцов. Дарю.